Всем привет. Извиняюсь за такое долгое отсутствие на канале, просто, сами понимаете, учеба, да и, если честно, в техникуме учиться, хочу сказать, ну, по самому образованию не так сложно, но вот сил, короче, это отбирает очень много. И после учебы я постоянно прихожу домой, и меня тупо клонит в сон, поэтому времени на видео почти что и нет. Вот такие дела. Ну а в этом видео мы откроем два очень крутых сундучка. Первый у нас будет огромный сундук. Ну или большой, не знаю, как он переводится. А затем откроем два более таких крутых сундука. Радужных. И в них есть шанс на легендарку. Надеюсь, выпадет хоть что-то. Комментировать открытие я не буду, потому что, ну, даже не знаю, что говорить. Так что открываем радужный сундук. Кстати, надо было это еще в начале видоса сказать, но чтобы мне выпал второй радужный сундук, мне нужно сыграть еще два раза на арене. Так что сейчас мы сыграем еще два раза на арене. Ну, я буду как бы делать такие типа супер-пупер монтаж, в общем. Это займет для вас немного времени, но пройдет два раунда. Ну а сейчас мы улучшим Инферно до 10 уровня. Тестировать как в мехах мы не будем ничего. Но если хотите, могу даже так поступать позже. Но сейчас пока что нет. Так что приступаем к арене. И вот мы сыграли два раза на арене, и теперь можем открывать второй радужный сундук. Надеюсь, из него будет, наверное, что-то годное. Очень на это надеюсь. Ну что ж, удачи мне. Открываем. Don't you know I fell for fools gold, I fell
for fools. Gold, what did I know? What did I know? I fell for fools. Gold, I fell for fools. Если честно, то большая часть карт, которые мне сейчас выпали, это говнецо, мягко говоря. Могли хотя бы Ронина дать или какую-то нормальную легендарку. Хотя Синоби он тоже, в принципе, неплохая карта. Но об этом мы поговорим позже. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.